4:14 утра. Все, мы спать. Рубит вообще нереально. По идее, мог бы часик еще какой-то проехать, но... Ну, на эстоночке. У меня звук не пишется, а? Зато сюда пишется. Это нормально. Ну, короче, мы спать. Все. Я проснулся. Пойду сейчас зубы чистить. Вот тачку посмотрел. Обошел пока. Обходы обычно в кадр наши не попадают, потому что оператор всегда спит. Спит оператор. И никогда не снимает, как я обход делаю. Чем вы ему дали телефон такой, а? Он же теперь, блин, не работает. Он только ходит и свои селфи. Оп! И все чистенько, красиво, готово к съемкам. Мясной салат! Домашний, от любимой. Что ты там делаешь? Это аждыка. Аждыка? Сухая аждыка? Так, да. Кусочек надо. Наверное. Вот так вот деливаются внешние кадры. С паркингов, когда я выезжаю, он выходит и снимает меня, а потом бежит за мной по дороге. И на ходу запрыгивает. Поэтому я такой стройный, а ты толстый. Так, я пока открою страну. За елочкой, говорит, махает мне, чтоб я ехал. Все, я поехал. В 13:20 мы стартуем. Без стресса Варшаву возьмем. Отсюда до Варшавы час, может, чуть больше. Ну и получается, что одну ночку нам еще так, не то что ночку, часть ночки придется помучиться. И завтрашнего дня мы выходим на нормальный человеческий график работы, дневной режим. Вчера мы дошли до эстонки. В принципе, мог я, наверное, еще там часика полтора, наверное, проехать. Я был реально не в состоянии. И плюс была ночная, ночь была уже, не факт, что там уже перед Варшавой или за Варшавой было бы где-то место, чтобы встать. Я поэтому увидел, что на эстонке мест дофига свободных было, потому что люди уже начали смены ночевать. Ой, начинать, а не ночевать. Поэтому, да, стояли здесь на эстонке. Да, вчера дорожка, конечно, такая была не самая лучшая. Было скользко, то снег, то дождь, и ветер сильный был. Наверное, этот ураган, который там бушевал по Европе, частично мы вчера поймали. И рубило меня, на сон складывало просто вообще напополам. После Белостока я еле-еле там уже дотянул до этой эстонки. Да, рекламная пауза на 45 минут, на обеденный перерыв. 3 часа прошел с эстонки до сюда, уже за Варшавой, за первой платежкой. Ну что, по 3 часа просто сегодня буду гнать. Ну и пора уже покушать на самом деле. Потом уже зайдем в Германию, где-то, наверное, на объездной Берлина, если получится, с местами. Будем падать на ночь. И к тебе будет, брат, просьба. Вот ты видишь, у нас уже вода, первый баллон закончился. Там вот есть колонка, пожалуйста, сходи, набери воды. И в эту канистру, в которой мы потом руки моем и зубы чистиваем. А, лады. Вот он там наливает воду и потом принесет, и мы можем спокойно двигаться дальше. Вода — это важный и очень инструмент в рейсе. Заполнили. Пополнили воды, запасы свои. Потому что 5 литриков у нас уже ушло. И налили, короче, в канистру себе там на ванно-банные процедуры. А здесь мы заварили кофе. Тут такая паузочка просто, как говорится, на самолеты посмотреть. И мы поедем дальше. Наверное, минут 30-40 нам еще ехать. И там уже будет
24-й наш километр, и там будет заправка еще перед этим. Но заправка у нас будет не полная, только от Блюма будем заливать. Поэтому много времени на это тратить не будем. И потом быстренько в душ, в магазик и дальше в гермашку. Посмотри, какой кейк вкусный, а ты посмотри, картинка сердца. Нельзя эту картинку показывать. Почему? Ты почему при мне достаешь такую картинку? А что, а что люди подумают? Что? Два мужика в кабине ест торт с сердечками. Сейчас не торт будем, это пирог есть с кофе. Вот так и по кусочку, чтобы растянуть подольше, на несколько дней. Этот кусок мне, а этот кусок тоже мне, а этот потом мне. Ну, выглядят паркинги нормально. Пока что здесь больше пусты, в гермашке, конечно, не подзабитий будет, но тенденция видна, что в сторону Германии, в сторону Европы сейчас движуха меньше, машин меньше и на паркингах больше свободных мест. Встречная полоса, смотрю, паркинги забиты и поток машин оттуда идет гораздо больше, потому что сегодня четверг. В принципе, мы в таком для меня любимом раскладе выехали, в середине недели выехали в сторону Европы. Тогда, когда оттуда начинается трафик, и мы с ним, в общем, разминаемся. Но завтра в Германии все равно мы поймаем. Потому что в Германии без пробок это вообще нереально. Ладно, гасись, поехали. Съезжаем на заправочку. Будем от Блю запихивать. По датчику, наверное, литров 20 ушло. Сейчас посмотрим, как эта машина кушает от Блюшку. Вчера по ветру большому шли. Как бы обычно, когда ветер, от Блюха больше хавает. Мы тяжелые тоже почти, там 23 тонны. Экономная она под Блюхи или тоже прожорливая, как и все остальные во Львахе. Блин, надо было за грузовиком. Я стал за легковух. Легковухи, платежки всегда проходят дольше, чем грузовики. У грузовиков карточки, ДКВшки обычно по оплате дорог, и с ними всегда все быстро. А легковушки, то банковские карты дают, то наличные деньги. Если наличные, там еще сдачу дают. Инкуя. Сегодня я себя намного лучше чувствую, конечно, чем вчера. Ну, сейчас 9 вечера, и мы уже проехали 7 часов практически. Там пару часиков мне осталось на езду еще. Поэтому завтра мы относительно рано начнем рабочую смену и уже перескочим на дневной режим работы, что меня радует. Главное, чтобы места только в Германии были на паркингах, чтобы не было проблем. Но есть надежда, что все будет хорошо. Я уже объяснял, по какой причине. У меня такая надежда. Дорожка сегодня сухая. Никаких осадков. В Варшаве вообще солнце было. Тажум, тажим, все, стрелочка нам загорелась. Даже не пришлось полную остановку делать. Да даже на такой дороге националки они поставили платежку. Выехал из-за светофора и все, пинг, за дорогу заплатил. Раньше этот отрезок был бесплатный, сейчас они несколько платежек влупили. Просто по националке. Ну, наверное, просто выгоняет грузовиков на автобан, чтобы меньше грузовиков каталось тут, а больше шли по автобану и не мешали местным жителям. Потому что многие фирмы, особенно если это такие небольшие какие-то фирмы, идут националками, либо бесплатными, либо теми дорогами, которыми дешевле. Заруливаем. Вроде, смотри, пусто, без очереди. По два грузовика стоят, и еще колонки остальные свободные. Дай бог, чтобы на всех этих колоночках, вернее, на той, на которую мы зайдем, чтобы от Блюха работала. Иногда бывает, подъедешь к колоночке, такой выскочишь, а она закрытая, и надпись не работает. Все, коллега выезжает. Карточку надо взять. Карточек дофигища. Вот она, карточка нужная. Пин-код. Что за карточку не берет? Ну что, 23 литра вошло. Нормально. Видишь, как я сказал, да, про неработающий аппарат. Там коллега стал на колонку рядом, а у
него отблюшка не работает. А у нас работает. Стали бы туда, пришлось менять колонку бы. А за нами уже грузовики подъехали. Еще одна платежка. Я уже шуганулся, что радар несколько километров накатиком. Прицепом доволен. Но очень катится, и не надо сейчас тормоза использовать лишний раз. Педаль газа тоже не надо нажимать лишний раз. То есть идеальный расклад. Так, будет место возле самого магазина, интересно, или не будет? Или придется тут прогулочки устраивать пешие? Потому что надо будет в два магаза зайти. Надо будет в магаз продовольственный и в магаз тракерский. Блин, забито. Давай нырнем, посмотрим получше. Что, сюда воткнемся? А здесь? Можно сказать, в идеальное место становимся. Магаз вообще тут совсем под рукой. Слушай, может, подстрахуешь меня там, а? Чтоб я в этот не въехал, потому что я ни хрена не вижу, куда я еду. Смысл там, что они прикручены. Там весь прикол просто, что ты если прикрутил, то их обрывать надо. Чтоб хотя бы их нельзя было так открутить. Закрутил отверткой потуже. Шляпки я тебе отломал. Просто вот примерно такой болтик не перекусит же. Те сірубки сам так зроблені, що як він вкрентиш, то мене так десь мотким пукнуто, повинно все зламати. Що ти іщеш? Коврик? Ну, якщо був би, ну, так гляну, типу, може, є. Нету, так нету.